Остались без сараев. Накануне вечером на улице Усть-Налабе произошел большой пожар. Огонь очень быстро охватил старые постройки. Пожарная машина, прибывшая на место, не смогла победить пламя. Пришлось вызывать дополнительные силы. Всего в тушении участвовало 15 огнеборцев и 5 единиц техники. Тем не менее, выгорело более 150 квадратных метров. В ночной клуб «Моника Белуччи» наведались судебные приставы. Они арестовали за долги 4 кассовых терминала на общую сумму более 200 тысяч рублей. Если в течение 5 дней руководство клуба не разберется с долгами, арестованное имущество будет изъято и передано на оценку. По данным областной службы судебных приставов, ночной клуб задолжал поставщику продуктов более 700 тысяч рублей. Внимание, переезд! Сегодня в регионе стартовала профилактическая акция с таким названием. Дорожная полиция проверит, насколько безопасны владимирские железнодорожные переезды. Причиной проверки стало большое количество дорожно-транспортных происшествий. В прошлом году произошло 10 таких аварий, в которых погибло 4 человека, еще 15 получили телесные повреждения различной степени тяжести. А уже за 4 месяца этого года на железнодорожных переездах произошло 2 ДТП, в которых погибли 2 человека. Футбольный клуб «Торпедо Владимир» объявил конкурс на новый логотип команды. Главное требование – логотип должен быть черно-белым и как можно лучше отражать идеалы клуба. Кроме того, он не должен повторять уже известные варианты эмблем торпедовских клубов, так как это может повлиять на процесс получения патента. В конкурсе может принять участие любой желающий. Победитель получит мяч с автографами футболистов «Торпедо Владимир» и абонемент на посещение домашних матчей футбольного клуба в сезоне 2015-2016 годов. Срок приема работ заканчивается 14 июня.